День добрый, панове, товарищи господарства. Ну и будем продолжать сегодня наш цикл лекций. Сегодня со Станиславом Александровичем снова будем обсуждать положение кузова автомобиля, то, как люди опускают, поднимают автомобиль, затронем все эти темы и аспекты, как меняется характер автомобиля, что именно в нем происходит, что именно в нем изменяется с точки зрения вообще центра масс, положения автомобиля, кренов, там, поведения на дороге и так далее. Вообще, для чего машину делать низкой, да, для чего машину опускают? Основная задача – это опустить центр тяжести. Ну, это самая очевидная, простая. Да? Для чего это делается? Чтобы как можно ближе это все дело было к земле. У нас есть некая точка, относительно которой машина кренится, и точнее ось. Да? То есть, и когда человек проектирует эту машину, какой-нибудь инженер на заводе, проектировщик, они стараются сделать таким образом, чтобы все реакции машины были достаточно прогнозируемы, машина была отзывчивая, чтобы она не пугала, не переворачивалась в конце концов. Ну, это уже не актуально на современных автомобилях, тем не менее, да, опускает. Ну и из неочевидных вещей, так, у нас есть некие аэродинамические эффекты, которые возникают под днищем. Чем машина ниже, тем легче с этим бороться или как-то минимизировать этот эффект, мое мнение. Да? Вот, чем машина выше, тем с этим возникает больше сложностей. Она больше подвержена каким-то ветровым вещам. Но это такое не совсем очевидно, сегодня мы, наверное, не будем там детально обсуждать. Ну и дополнительно, помимо того, что у нас есть крен, у нас же еще есть и какие-то клевки автомобиля, продольные именно какие-то при разгонах, при ускорении, при торможениях. Это тоже важно, поэтому все всегда стремятся опустить как можно ниже автомобиль, чтобы он ехал комфортнее и управляемее. Задается высота автомобиля и дальнейшим образом подстраивается его поведение в поворотах. При этом у инженера есть масса инструментов, в том числе там, подвеска, так, чтобы автомобиль кренился там, определенным образом там, в рамках каких-то там заданных параметров. Разумно, да, чтобы он не валился сильно на бок, при этом управлялся хорошо и так далее. И так далее. И мое мнение таково, что очень много на самом деле инструментов есть в автомобиле. Я вот сделал такую болваночку специально, чтобы это продемонстрировать. У нас есть некий вот брусок, это центр масс автомобиля, есть некоторая ось, вокруг которой автомобиль кренится. Если взять какой-то примитивный автомобиль, какую-то там телегу простую деревенскую, да, то у нее там ось крена там, с простыми там, зависимыми подвесками, она будет лежать на дороге, и автомобиль будет крениться вот таким вот образом относительно, собственно, дорожного полотна. Если брать современный автомобиль, то инженер на заводе может определенным образом эту ось крена приподнять над дорогой, это делать с подвесками, многорычажкой, там, конструкцией рычагов и так далее, и автомобиль уже будет крениться не относительно дороги, а относительно вот этой оси крена. И мое мнение таково, что это все на самом деле достаточно жестко задается инженером на заводе. В принципе, поменять, допустим, ту же ось крена относительно центра масс не всегда удается уже на автомаркете. Действительно, есть такое понятие, как ось крена, которая проходит через, уточним, мгновенные центры крена, передняя и задняя ось. Надо понимать, что они тоже меняют деформации. Да, деформации там, упругих элементов, работы подвески и так далее. Вот. И да, действительно, сейчас стараются, там, ну, работают, конечно, с положением этой оси крена, потому что это позволяет, там, при условно говоря, если, допустим, мы сделаем крен достаточно высоко, то есть близко к центру масс, то есть это, назовем так, силовое плечо, или, правильно говорится, момент крена уменьшим, то... совершенно верно, да, уменьшим, то мы можем добиться достаточно, как говорится, малых кренов и четкой управляемости при, ну, не очень, ну, достаточно мягких пружинах и достаточно мягких стабилизаторах, либо вообще без стабилизаторов, вот, тем самым добиться. Вот, да, действительно, есть такой инструмент у инженеров, и, конечно, при расчете это все считается и смотрится, и, скажем так, рассчитывается, как они предполагают, поедет машина. Да, я к чему-то все рассказывал, потому что вообще обыватель, когда берет гражданский автомобиль, когда он стремится его максимально опустить низ, у всех людей есть ожидание, что крен станет меньше, если он опустит центр масс ниже к дороге, прижмет. Все же хотят опустить центр масс, все ожидают, что машина будет более приземистая, поедет лучше. Но на самом деле у инженера же был другой инструмент, он не сколько центр масс опускал, да, потому что там есть минимальный клиренс, есть лежачие полицейские, мы не можем бесконечно этим баловаться. И инженер просто пошел по другому пути, он не стал опускать центр масс, потому что ниже уже нельзя, а начал поднимать к нему, приближаться ось крена, чтобы вот это убрать крен. И когда мы на автомаркете пытаемся в гражданском автомобиле что-то дополнительно делать, это же не всегда адекватно получается, правильно, Станислав? Тут же есть подводный камень. Да, подводный камень есть, он в том, то, что если мы машину, скажем, опустили на там, 2 сантиметра, как правило,
у машин там, с МакПерсоном, двухрычажной подвеской, центр крена опускается больше. Ну, это то есть как мы тем самым, да, опуская машину, увеличиваем вот этот момент крена, это факт. Мы можем получить определенный негатив. Ну, то есть, допустим, если мы, так сказать, опустив машину, не при этом не сделаем более жесткие пружины, то крена будет больше у машины, как ни странно. А что вот по поводу продольных клевков автомобиля? Там же все по-другому работает. Есть и центр, как есть мгновенный так называемый центр поперечного крена, также существует и центр продольного крена. И, соответственно, тоже путем установки, опять же, там, как правило, это решается за счет плоскости рычага, если это МакПерсон, либо там, ну, опять же, плоскости рычагов в двухрычажной подвеске. Их можно не всегда же сделать параллельным земле, их можно сделать, собственно говоря, и не по неким углом эту плоскость. Это тоже сильно влияет на центр крена продольного. Поэтому инженер тоже может сделать так, что машина не будет клевать, например, при торможении. Она будет как бы немного так, что называется, приседать, при разгоне, опять же, не будет задирать сильно морду. Вот эти продольные крены у машины будут меньше. Вот. Теоретически их можно сделать вообще, от них избавиться. Это неправильно, я считаю. То есть, скажем, в спортивных машинах подобные клевки всегда есть. Они дают возможность гонщику почувствовать, как он грузит подвеску тормозами. То есть вообще при технической возможности убрать и крены, и клевки, этого никто никогда не делает в ноль. То есть и крены, и клевки оставляют. Но с помощью геометрии подвески это задается. При опускании машины мы радикально, допустим, или по понятию машины, ну, радикально на этот параметр, именно на клевок, и либо там, ну, как бы задирание морды не влияем. То рассмотреть самый такой популярный вариант, это когда человек берет автомобиль и начинает резать пружины. Вот самый такой распространенный, к чему это приводит вообще? Наверное, самый такой дешевый вариант. Вообще, желание опустить машину, ну, вполне нормальное, и, скажем, сам этим грешен, опускаю свои машины. Вот, поэтому просто когда это делается, нужно понимать, что ты получаешь в качестве негатива. И это первое. Второй момент, надо понимать вещи, за которые точно нельзя заходить. Ну, то есть, первое, ну, очевидная вещь, что опуская машину, мы понимаем, что мы уменьшаем ход сжатия. То есть машина будет проходить, на у него, скажем, там, ну, какие-то крупные неровности хуже, ее будет чаще пробивать, на, если мы не меняем гидравлику. Если мы меняем адекватно гидравлику, более жесткую ставим, более энергоемкую, то надо понимать, что машина станет менее комфортной. Ну, это очевидные пока вещи говорю. Соответственно, многие возражают мне, когда на тему обсуждаем, что ну, я вот отпилил один виток, пружина стала жестче. Понятно, что чем мы отпиливаем витки, мы не просто укорачиваем пружину, мы делаем ее еще и жестче. Но надо понимать, что все-таки в энергоемкости подвески основную роль играет амортизатор, а не пружина. Не буду сейчас долбиться там утомлять физическими расчетами, но это так, поверьте мне. Кто, как говорится, знает физику, подтвердит, то не знает, ну, без толку надо объяснять. Соответственно, ну, это очевидные вещи, что мы получаем, как говорится, меньший ход нажатия, там, так далее, так далее. Вот, неочевидные вещи, что, значит, любая машина предусмотрена инженером на то, чтобы нам, как она себя ведет в момент пробоя, как она принимает пробой подвески. И вот если вы отпилите один виток, вы можете, как говорится, убрать этот элемент защиты и подставить под удар, скажем, амортизатор, который на это не рассчитан. Просто когда вы опускаете, вы должны посмотреть, как инженеры предусмотрели реакцию машины, то есть как машина, что у машины отрабатывает в случае пробоя. Если, скажем, пружина там межвитковое расстояние большое, пиливаем один виток, то есть мы полный, мы достаточно сильно опускаем машину, возможно, что амортизатор имеет смысл укоротить. Но это уже не гаражный тюнинг, это уже нужно обращаться к специалистам. И второй момент, это более тонкий, о том, что, так сказать, мы там начали говорить там в самом начале, то, что, ну, то, что мы обсуждали до начала записи. Это то, что, скажем,
меняется характер поведения машин. Поэтому, когда мы отрезаем один виток, мы неравномерно меняем жесткость, чтобы пружины разные спереди сжались. Это первый фактор. То есть мы фактически вот эту угловую жесткость машины немного меняем. Правильно ли я понимаю, да? То есть у нас может поменяться характер управляемости в том смысле, что она была недостаточная, станет избыточная, например. Ну, если так для обывателя объяснять. Да. Ну, скажем так, я даже здесь боюсь, то, что она будет избыточная, а то, что она станет еще более полярной. Вот что может произойти. Когда машина проходит в повороте, она кренится, и у нее, соответственно, происходит перераспределение веса между колесами. Вот это перераспределение веса, оно, задается и пружинами, и стабилизаторами, и так далее. Причем, допустим, чем больше идет перераспределение, причем это неравномерно, скажем, на передней оси может перераспределение веса произойти в процентах, если 30%, а на задней, например, больше, в два раза, условно говоря. Многие, наверное, видели, что часто в предельных поворотах передние приводные машины вообще заднее колесо вывешивают. 100% перераспределение веса происходит. Хотя машина едет на трех колесах. Причем это нормальный режим движения машины. Вот, понятно, что когда такое перераспределение происходит, увод заднего колеса, например, более перегруженного, становится больше. Это меняет характер управляемости машины в таком повороте. Вторая ситуация, что, как мы уже говорили, про некий центр крена. То есть машина кренится вокруг определенного центра. Но, как правило, когда мы машину опускаем, мы этот центр крена опускаем больше, чем опускается машина. То есть мы машину опустили на 2 сантиметра, а центр крена опустился, скажем, на 3 сантиметра. Это вот так вот, если так. Ну, у большинства машин так это происходит. Вот. А получается, машина, то, что ее кренит, так называемый, как по-моему, момент крена это называется, то есть это расстояние между центром тяжести и центром крена. Вот чем оно больше, тем машина больше при прочих равных кренится. То есть, в принципе, есть машины, у которых центр крена и центр высота центра крена и центра тяжести совпадают. Такие машины просто без стабилизатора не кренятся. Опуская машину, она, как ни странно, она у нее увеличивается момент крена, или плечо крена, как называю. Я вообще для себя это неграмотное название, но я его называю себя силовое плечо. Вот, это силовое плечо, оно увеличивается. Поэтому, по большому счету, опустив машину вниз, мы можем получить то, что мы изменим характер управляемости. Ну, еще хотелось бы поговорить по поводу фордов. Вот интересный момент. Просто я знаю, люди очень... Не все это знают, да, вот это то, что форды очень часто баловались тем, что центр крена совпадает с центром массы, и машина в повороте не то, чтобы она не кренится, да, то есть есть их поворот, она начинает приподниматься. Ну, на колесо встает, да. Да, встает на внешнее колесо, Она должна крениться, а она привстает и как-то едет очень странно на внешнем колесе, правильно? И вот интересный момент, во-первых, это абсолютно из-за центра крена, из-за того, что нет плеча между ними, центра массы, центра крена, да, поэтому она просто пытается равномерно смещаться на внешнюю сторону и, соответственно, нагружает. Машина кренится, но очень мало, то есть значительно меньше, чем, собственно говоря, аналогичные автомобили. Да. А как это сказывается в поведении автомобиля? Просто многие считают, что нету крена, это хорошо, да? А как это вообще ощущается за рулем? Насколько ли это хорошо на самом деле? Ну, когда нет крена совсем, это плохо, на мой взгляд. То есть крен какой-то должен быть. То есть когда его совсем нет, это плохо. И все-таки, как я уточнил, у фордов они добиваются, минимальных кремов не за счет стабилизаторов, а за счет геометрии подвески. Ну, как у Форда Куги, насколько я знаю, такая ситуация есть. И вполне нормально машина себя ведет, никаких дискомфорта не испытывает. Более того, что мне даже, нравится, как Куга для такого, все-таки этот джип, высокая машина, достаточно адекватно рулится. Вот. А крен должен быть, потому что этот момент, когда крен, дает возможность пилоту почувствовать загрузку колеса. То есть именно часто бывает так, что пилот приезжает, брат спортсмен, он говорит, у меня нет держака, плохо хочу, чтобы помягче. Ты просто берешь, не меняя характер управляемости, просто делаешь стабилизаторы по кругу мягче, делая машину более, что она более больше кренится.
И человек приезжает, реально говорит, да, лучше. То есть ты можешь по телеметрии, там скорость поворота не увеличилась, ничего. То есть, собственно говоря, держака больше не стал. Но стал лучше фидбэк для пилота, он стал понимать, что происходит с машиной. То есть какой-то крен, конечно, нужен. То есть он должен быть неизбыточным, когда он тебя начинает пугать, что сейчас ты упадешь, называется, там, через боковое окно. Вот. Ну и когда его совсем нет, это тоже не совсем правильно. То есть, как правило, почему я считаю, что меньше, чем меньше крен, тем лучше? То есть просто когда крен большой, то есть пока машина накренится, это происходит какое-то время. То есть, соответственно, это удлиняет реакции на управляющие действия машины. Поэтому, да, с одной стороны, уменьшая крен, ты машину делаешь более четко, она быстрее реагирует на управляющие действия, но с другой стороны, от нее становится хуже немножко именно фидбэк с точки зрения управляемости. То есть, везде нужен компромисс. Еще надо человека. Кто-то любит деревянные машины. Вот, кто-то любит, когда они все-таки чуть кренятся. Но крен у машины, конечно, быть должен. Небольшой. К чему это все подводило, да, что когда мы машину, если взять Макферсон подвеску, взять схему центра крена, да, если мы ее начинаем поднимать, Макферсон, да, мы поднимаем центр крена, и, соответственно, это уменьшает это вот плечо, так, которое наклоняет машину, и, соответственно, крена становится меньше, и машина, ну, я бы, знаете, как сформулировал Станислав это, она начинает очень резко, то есть человек не чувствует ту грань, когда она уже прошла, наклонилась, стала в упор, она проходит этот упор и начинает срываться. И человек перестает это замечать, чувствовать. Он привык к каким-то там кренам, да, он знает, что дальше она уже все, да, и вот надо держать на этой грани. Вот, и когда мы начинаем приподнимать, соответственно, вот этот крен становится меньше, и он начинает ее раньше срывать. Не успевает реагировать, не ожидает, что она сейчас сорвется. То, что вы рассказывали про пилота, который на психологии, на ощущениях не чувствует упора, да. А когда мы такой Макферсон опускаем, и бывает недостаточно, пружина вроде подрезана, но ее жесткости мало, угловая жесткость недостаточно, да, машина начинает очень далеко глубоко падать до отбойника. На Макферсоне там ход у нее достаточно большой, подвеска Макферсона отличается длинным ходом, большим ходом подвесок. И это приводит к тому, что человек начинает на такой машине вот этой вот длинной реакции, да, и она на самом деле вот плохо начинает слушаться руля, такая машина. Андрей, вы все правильно объяснили с точки зрения тенденции, но надо понимать, что если мы говорим про коловеры, да, тогда да, вот это будет четко эффект. Если мы там, не меняя пружины, просто опускаем машину, то есть она начинает больше крениться, поднимаем машину, она начинает меньше крениться. Вот, если мы отпиливаем виток, то мы делаем пружину жестче. И вот это, как говорится, это тоже дает возможность, это шаг в уменьшение крена. Правило, эти две вещи компенсируются, и насколько вот надо ли человеку считать, что в этом случае машина будет больше крениться или меньше, то есть какая из этих двух составляющих перевесит? Я не знаю, это надо смотреть на конкретные машины и пробовать. Просто я еще раз говорю, что это делать можно. Я не против такого, как говорится. Не считаю, что этот тюнинг, скажем, недопустим. Да, он допустим. Просто когда человек это делает, он должен понимать, что он изменил в машине. Вот я так могу сказать. По факту многие мне говорят, ну вот я потянул, что она не стала больше крениться. Ну да, не стала, потому что пружины стали жестче. Она, то есть вы как бы так железом скомпенсировали вот этот больший момент крена. Но вот этот момент кренящей машины, соответственно, во многом благодаря нему происходит неравномерное перераспределение там, веса на колесах, он меняется на морде и на жопе не одинаково, по-разному. Ну, Станислав, у меня такой вопрос. Вот, допустим, раллийный автомобиль, когда подготавливается к каким-то сложным каменистым участкам, он же все-таки на такие вещи распускается, приподнимается, да? Это все приводит к глобальной перестройке машины. Вот, там же меняется не то, что даже пружинные амортизаторы, да, то есть меняется их, возможно, наклон в рамках там, омологации допуска, колея, я думаю, подозреваю, меняется автомобиля. И все это... Ну вот, расскажите, что происходит с автомобилем, как его настраивать в таких случаях? И вот просто хочется прикинуть, а реально ли это сделать на гражданском автомобиле? То есть вы же готовите машину и заставляете ехать ее хорошо, даже поднятую? Понятно, что там все переделать. То есть там вот, в частности, то есть когда нельзя просто прикрутить, не знаю, там асфальтовые колеса и другие амортизаторы. То есть там абсолютно разные амортизаторы, разной длины, разных ходов.
там на кулак прикручивается специально вот эта проставка, которая меняет место крепления, ну, фактически шаровой этой опоры. Там не шаровая опора, но тем не менее, скажем так, аналога шаровой опоры. Там шаресом вниз точку смещает так, чтобы рычаг оставался плюс-минус в горизонте. И там то, что имеется возможность уже, когда ты, условно говоря, вот мы вот на асфальте машина низкая, она прям там как это, можно сказать, скребет днищем по асфальту, а на гравии она достаточно высокая. То есть это меняется тем, что это переделывается там достаточно серьезной подвески. То есть есть так называемый кит-набор для асфальта, есть кит-набор для гравия. Ты просто переставляешь, вот как я сказал, что у него входит. Это, как правило, амортизатор, ну там тормоза другие ставятся. Вот. И основное, что действительно точка крепления рычага меняется. То есть там специальный такой домик прикручивается, который там несколько сантиметров опускает эту точку. Вот это на, соответственно, на асфальте, а на гравии, соответственно, повыше. Вот, а чтобы рычаг. А дальше уже там уже тонкая подборка высоты, добиваешься каких-то характеристик управляемости, уже меняя там положение этого, ну, кольца на самом амортизаторе погружения. Но это не относительно небольших пределов. То есть у нас есть так называемая референсная высота, на которой там машина рассчитана. Вот, то есть, соответственно, там, ну, чуть-чуть можно опустить ниже референса. То есть мы практически никогда там больше на 10 мм ниже не уходим от референсного значения, на который ты прочитаешь. И вверх, вот я не понял, что мы больше, чем на 20 мм машину поднимаем. То есть вот вся вот этот ход, это 30 мм. И то я как бы всегда сторонник как можно ниже по возможности. Лучше мы, говорит, потом, говорится, днище от камней выправим и так далее, чем машина будет ехать неадекватно. И любые гонщики так тоже стараются. То есть стараются сделать машину максимально низкую, насколько позволяет, как говорится, убитость дороги. Ну, то есть, еще раз, к чему мы это все подводим, что оставляются рычаги практически в геометрии, какими-то переносами точек их крепления. Центр крена практически при таком лифте он остается, где и был. Вот. И поведение машины в упоре, в дуге, в повороте, оно практически в таком случае, ну, стараются не испортить и не поменять очень сильно, правильно? Что при опускании машины под асфальт, что при поднимании под гравий. Вот. И, соответственно, когда мы гражданский автомобиль, человек пытается как-то изменить, сделать, да, по-хорошему, правильно бы делать, да, точно так же оставляйте этот рычаг, нижний рычаг, если он с Макферсон, да, ну, даже многорычажка тоже, оставляйте рычаги в тех же углах, как он вышел по заводу. И каким-то образом поднимать автомобиль другими методами, правильно? Ну, надо сказать, в определенных, да, в определенных диапазонах возможно. Условно говоря, там до там 30 миллиметров, если мы хотим машину опустить до 3 сантиметров, это можно ничего не переделать. Если больше, то желательно уже, как говорится, начать, скажем, работать с положением рычага. Вот, какие-то дроп-киты делать, или там переносы, или шаровые, потому что иначе мы испортим все. Сделайте так, больше минусов, чем плюсов. Вот такого тюнинга, это факт. Очень часто люди просто без меры отпиливают. Больше, чем виток, машина падает практически до тех самых отбойничков, которые на рычагах расположены, да? Возникает такой момент, что нижний рычаг подвески, ну, кстати, по поводу переднеприводных автомобилей, есть те же Civic, у которых сзади много рычажка, например, да, там есть стабилизаторы. Да? Вот, но смысл такой, что рычаги подвески, они обычно стоят немножко под углом. Да, да. Кузов, да. И бывает, опускают так, что рычаги опускаются совсем вниз, соответственно, центр крена падает ниже уровня дороги совершенно, и даже жесткость пружины не компенсирует то, что машина практически тут же при малейшем повороте просто ложится на отбойник и едет на этой бубышке резины. Проблема в положении рычага, в правильной артикуляции колеса. То есть, да, я забыл про это сказать, то есть рычаг не должен, скажем, ну, то есть он, как правильно Андрей вы сказали, то есть он должен быть немножко как бы вниз, если мы смотрим от середины машины к колесу вниз, он не должен, он, ну, край может стать горизонтальным, это под нагрузкой, то есть под нагрузкой это когда там, не знаю, два человека сидят спереди в машине хотя бы, вот, но он не должен подняться вверх. Вот это уже плохо. Это плохо даже не из-за центра крена. Если вы скомпенсируете, например, более жестким стабилизатором, что машина будет меньше креница, все равно она будет ехать сильно неправильно. То есть это
колесо начинает ходить по неправильной траектории, скажем так, в момент нагрузки и так далее. Поэтому да, этот момент надо отслеживать, и скорее всего вот это горизонтальное положение рычага под нагрузкой, еще раз повторю, под нагрузкой, под статической нагрузкой. Это край, ниже которого машина опускать не стоит, ниже которого без какой-то серьезной переделки. Серьезная переделка, она относительно серьезная, действительно менять положение шаровой. Почему она технически вроде бы кажется несложной, там немножко опустить точку крепления рычага к кулаку, вот, но она сильно меняет именно силовую структуру, и там, если это делается там без грамотного просчета, либо там как-то сделать, условно говоря, неправильно, то мы можем просто попасть в серьезную аварию, просто нагрузим машину где-нибудь в повороте, а эта переделка сломается. Вот, это, поэтому здесь вот дело такое. Поэтому опять же, вот если мы делаем вот этот удлинитель, который опускает шаровую, ставим, ее лучше покупать уже каких-то серьезных тюнинговых компаний. Таких вариантов достаточно много. Не надо делать самому на коленке, хотя кажется, вроде там железка крайне несложная. Вот. Но тем не менее, лучше переплатить. Я понимаю, что вы платите в данном случае не столько за железку, сколько за инжиниринг, за просчет того, что вот это вам, то, что вам вы поставите, оно будет работать, вас не убьет. Мне кажется, там за свою там попу и голову любимую можно чуть-чуть переплатить в данном случае. Хочу связать самую первую лекцию с высотой автомобиля. В первой лекции мы говорили про колесо. И вот есть такая мысль интересная, да, что мы же можем не только работая там с пружинами и еще чем-то упругими элементами подвески менять, регулировать его высоту, но мы же можем делать то же самое и колесами. Да. Станислав, как вы относитесь к тюнингу, когда мы меняем общий диаметр колеса, ну, в сторону, допустим, для начала уменьшения, а потом увеличения? Ведь это же на самом деле никак же не повлияет то, что конструктор заложил в подвеске, но при этом как-то тоже может повлиять на характеристики автомобиля гражданского. Ну, скажем так, если мы говорим там про езду в трек-ди, то я очень хорошо отношусь к уменьшению диаметра колеса. То есть здесь мы получаем достаточно большое количество неких плюсов. То есть, ну, мы улучшаем, может быть, если это атмосферный мотор, например, редукцию, то есть более адекватным, что, как вы знаете, там на спортивных машинах всегда коробки, вообще общая там редукция более короткая стоит, нежели, так сказать, у гражданских машин. То есть, допустим, у раллийной машины там 180 км в час отсечка. Ну просто зато на DX8 очень быстро добирается. А допов, на которых нужно ехать больше и можно разогнаться больше, не так много. Вот, поэтому какое-то время поездить на отсечке, это получается проигрыш меньше, нежели потеря на длинной редукции. Вот, поэтому да, уменьшение диаметра общего колеса – это хороший инструмент. Вот, мы не меняем, как вот этот, опускаем всю машину вниз, то есть уменьшаем центр тяжести, что положительно сказывается на ее характеристиках, не меняем, так сказать, геометрию работы подвески, то есть она это задом, плечо, да. Плечо остается. Совершенно верно, момент крена не меняем. Вот. Из минусов чуть-чуть хуже с пятном контакта, соответственно, маленькое колесо всегда чуть хуже качество, чем большое. Вот. Но это, ну и основное, конечно, как бы машина на маленьких колесах стрёмно смотрится, на мой взгляд. Вот. Вот. Ну это так. Вот. Потому что многие же все-таки тюнингом занимаются не для того, чтобы, так сказать, там, на 2 секунды быстрее до ближайшей булочной доезжать, а чтобы там это было красиво. Вот. И какая-то была адекватная ситуация. Поэтому если у тебя машина смотрится некрасиво, но при этом быстрая, ну как-то не каждому такой тюнинг интересен, так мне кажется. Поэтому визуальный аспект я точно ставлю, как при гражданском тюнинге визуальный аспект точно входит, наверное, либо это первый, либо второй элемент. Согласен. Вот. Я люблю там заниматься каким-то тюнингом машин. Для меня вот визуальный аспект точно номер один при гражданском тюнинге.
Понятно, что это для меня абсолютно две разные вещи. Это там, когда я что-то машину там под себя колхожу, чтобы, как говорится, это выглядело красиво, и мне было приятно на них прокатиться. Вот. Всем другое, это когда ты работаешь как уже как гоночный инженер, настраивая гоночную машину. То есть это абсолютно разные вещи. Ну и такой второй аспект связан с этим, обратная сторона медали. А люди часто ставят колесо большего диаметра. Вот. Мое мнение, что это дает комфорт определенный на самом деле и не сильно портит ее ездовые характеристики. Станислав, вот ваше мнение. Если в другую сторону пойти. При прочих равных геометрический размер колеса сильно увеличивает нагрузку на трансмиссию, на привода и на всю, как говорится, там, на редуктора и так далее. Вот, уменьшая диаметр, мы уменьшаем эту нагрузку. Вот, соответственно, увеличивая колеса, сохраняя, например, резину той же, того же коэффициента сцепления и так далее с дорогой, мы увеличиваем эту нагрузку. При этом колесо становится более тяжелым. Тоже немаловажный аспект – это неподрессоренные массы. То есть маленькое колесо, понятно, оно легче, оно за счет этого лучше держится. Поэтому у колеса большого диаметра, как я сказал, что это помимо, говорится, визуальных каких-то положительных аспектов, возможно, минус это минус целый ворох, из плюсов это действительно больше, более комфортная машина. Если вы ездите спокойный, там не полный газ, не помните, когда нажимали, вам нужна машина, чтобы просто какую-то убитую там грунтовую дорогу там по дороге на дачу проехать, то да, это хороший вариант. Если же вы ставите большое колесо там и еще и при этом там что-то делаете с мотором, чтобы машина, как говорится, ездила быстрее, то здесь вы должны понимать, что вы нагружаете трансмиссию. Да, трансмиссия сделана с достаточно серьезным запасом, и, скажем, подобного рода повышенной нагрузки, она в большинстве случаев выдержит, но это точно приведет к более быстрому ее износу. И б, ну, не кажется, если там это уже радикальные какие-то изменения, причем они несколько в одну сторону, то есть в сторону нагружения трансмиссии, то мы можем, как говорится, что-то отломать. Я думаю, меня хорошо понимает разные, скажем, там джиперы, которые любят там тюнить, ну, какую-то, например, Ниву. Вот у него, допустим, там с определенного размера колеса просто там начинает все рассыпаться. Вот, поэтому там даже уже опыт на, как говорится, там невоводы мне все время объясняли, что вот это колесо поставить можно без каких-то там, и оно работает. А вот больше уже ставить нельзя, потому что там, как говорится, все разваливается. Пользуемся случаем, передаем привет Диме Лебедику, да? Да, известно невовод в узких кругах. Спасибо, Станислав Александрович, еще раз в очередной раз, как вы поняли, обсудили, а мы и получили рекомендации от нашего эксперта. И в очередной раз хочу сказать, что, ребята, если у вас есть какие-то вопросы по теме, если вас что-то интересует, задавайте, вот, спрашивайте, будем отвечать, будем стараться какие-то моменты просвещать и дополнительно проговаривать, возможно, как в качестве ответов на вопросы уже после этих лекций, если не хватит времени, если вопросы придут позже, если мы их сразу не заметим. Все можете писать под роликом, можете писать у меня на сайте, можете писать на моем форуме, все это в ссылках под описанием ролика есть. Следующая лекция будет про углы установки колес, схождение, развал, угол сая, кастер. Вот это все постараемся осветить, потому что тут кроется много всего интересного, и это одна из тех регулировок, которая, в принципе, достаточно широко доступна простому автолюбителю для манипуляций каких-то возможных игр с ними, настроек, попыток экспериментов. То есть здесь широкое поле деятельности. Вот, и попытаемся в следующий раз это все рассказать. Ну, а на этом и все. До новых встреч. До побачення.